О качестве питания детей в школьных столовых теперь можно сообщить онлайн. Также можно высказаться и о случаях нарушения, которые были замечены в школьных столовых. Подробнее заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Уважаемые родители, сегодня я обращаюсь к вам для нашей совместной работы по обеспечению наилучшего качества питания в наших образовательных организациях. Этому вопросу уделяется очень большое внимание на всех уровнях, как нашей городской администрации, так и Смоленской областной администрации и департамента по образованию и науке, так и общественных организаций. Законом предусмотрено несколько форм контроля за производством и качеством питания в образовательных организациях. К сожалению, существующие ограничения, введенные режимом повышенной готовности, не позволяют нам выполнять родительский контроль в полной мере. Поэтому мы вместе с общественным советом проводим опрос наших родителей и ваших замечательных детишек в онлайн-формате. Мы приглашаем вас присоединиться к этому опросу и заполнить небольшую анкету, ссылку на которую вы можете найти на главной странице администрации нашего города, либо в наших социальных сетях. Будем очень рады вашей помощи и очень надеемся на ваше взаимное понимание в этом вопросе. Информация и форма обращения расположены на главной странице сайта администрации Десногорска.